Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас короткое видео. Поступило два сообщения по стратегии Wall Street по закрытию позиций. Закрыть позиции по Netflix и закрыть позиции по Apple. По Apple надо сказать, что позиция была открыта буквально недавно, 1 мая. И вот Apple пошла вниз. Я думаю, что это на фоне переговоров. Вот она, Apple. Вот она пошла вниз. Вот здесь она была открыта у меня. Она пошла вниз и, соответственно, зафиксировали убыток по Apple. По Netflix, честно говоря, я ее проворонил, открыл поздно. Но по Netflix я в свое время зафиксировал очень хорошую прибыль. Поэтому здесь, в общем, сказать, как бы... Все нормально. Где-то вот здесь я Netflix открывал, а вот здесь я закрывал. Вот, поэтому сейчас я просто уже с опозданием, буквально сегодня, по-моему, или вчера, открыл Netflix, ну, зафиксировал сейчас убыток. Вот такие дела по акциям в стратегии Wall Street. Почему произошли падения? Ну, я думаю, что из-за переговоров Трампа в торговой войне с Китаем. Трамп там начудил снова и сказал, что, блин, я, чтобы китайцы были сговорчивее, Трамп решил ввести новые пошлины. Соответственно, китайские товары, сейчас китайцы отвечают соответствующими санкциями против Америки. Ну, прежде всего, это санкции против компании Apple. Соответственно, ограничивают продажи компании Apple в Китае, это большой рынок. И ну, Netflix, я не знаю почему, ну, просто закрытие позиций. Вот, такое короткое видео, оставайтесь на моем канале, я обещал, что я буду вас знакомить с новостями по стратегии Wall Street, я это делаю. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, это мне приятно будет, потому что... Ну, чтобы мне был стимул. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.